Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Казани задержали группу лиц, распространяющих наркотические вещества. Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, что трое жителей Казани занимаются бесконтактным сбытом наркотиков. На улице Рихарда Зорге во время закладки свертков полицейские с поличным задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей и девушка. В ходе личного досмотра одного из подозреваемых полицейские обнаружили в карманах его брюк 5 свертков с наркотиками. В сумке находилась крупная партия запрещенных веществ, а также предметы, используемые фигурантами для их расфасовки. Все обнаруженное было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что изъятые вещества являются такими наркотическими средствами, как PVP. Таким образом, из незаконного оборота изъято 476 грамм синтетических наркотиков. В дальнейшем сотрудники полиции установили, что один из молодых людей приобретал крупную партию наркотических средств, а затем совместно со своими подельниками расфасовывал их на мелкие дозы для последующего сбыта. Для поиска клиентов подозреваемые создали группу в одном из мессенджеров. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сам закладки делал, что? Было подано все. А жили где? У себя по местам проживания? Нет, снимали квартиру. А где хранил обычно? Да обычно. Они все уже, ну эти были готовы, раскиданы типа. То есть расфасованы? Да. Продавал через этот магазин наркотические вещества. Ему послали личное сообщение, он отвечал. Он скидывал туда, куда ему перечислять деньги. Mm-hmm. Он оставлял закладки. В основном они делали Азино, Горки, Новосавиновский.